соскучились по волейболу. Уверен, что вы тоже. Ведь свой последний матч в Казани «Зенит» провел аж 2 месяца назад. Невероятно! За это время казанцы облетели полсвета, выиграли бронзу клубного чемпионата мира в Бразилии, завоевали Кубок России в Москве в канун Нового года, а также наконец-то успели потренироваться и действительно соскучиться по волейболу. Без паузы нам нереально было после этого турне, поэтому мы должны были выдохнуть, поэтому нам дали выходные дни на Новый год. В отрицательный момент у нас не было соревновательной практики, конечно, почти месяц, и, наверное, может доставить какую-то излишнюю нервозность или, наоборот, излишнее желание завтра. Да. Было большой объем работы. Вот, что в тренажерном зале, что на поле. Успели заняться теми вещами, которые по ходу сезона не успевали заниматься. В защите поиграть, на блоке поработать. Всеми элементами, в принципе, проработали. Я думаю, прогресс будет виден уже на площадке. К тому же Лига чемпионов возвращается в Казань. Вопрос на засыпку. Когда и с кем «Зенит» провел свой последний домашний матч в главном турнире Старого Света? Вспоминайте. А пока скажем, что специально для любимых зрителей клуб приготовил массу конкурсов, сюрпризов и зон активностей. Возможность сфотографироваться сразу с 2 кубками России. Спасибо девушкам из «Динамо Казань». Если купили билет, у вас есть шанс выиграть приставку Xbox One S. Все это для зрителей, причем как самых юных, так и для их родителей. И, конечно же, не забывайте о дополнительной бесплатной парковке рядом с центром волейбола. Не удивимся, если на основной закончатся места, как это было в последнем домашнем матче Лиги чемпионов. Вспомнили с кем? 9 месяцев назад в гости приезжал любимчик публики Вильфредо Леон с Перуджей. И ту атмосферу просто не описать словами. Повторим? Хочется увидеть трибуны своих болельщиков, плюс в своей атмосфере поиграть. Это на выездах это одно играть, дому, конечно, намного приятнее играть. Приятно у себя дома всегда играть при своих болельщиках. Тем более, я думаю, что завтра будет, надеюсь, если не прямо аншлаг, то близко к нему, потому что, я думаю, болельщики соскучились уже. Такая очень длинная пауза, наверное, впервые, наверное, в истории клуба, да, чтобы почти 2 месяца ты не играл вся дома. Соперник казанцев – бронзовый призер чемпионата Польши Ястребский Венге. Немногие команды в мире могут похвастаться неотрицательной разницей личной встреч против «Зенита». Но черно-оранжевые могут. Здесь ничья 3-3. Правда, последний раз команды играли друг против друга 2 года назад. С тех пор Ястребский слабее не стал. На месте связующий сборной Германии Лукаш Кампо и доигровщик Кристиан Фром. Игроки сборной Польши – Канарский, Попивчик и Форнал, а также завоевавшие путевку на Олимпиаду – канадец Виграс и француз Жюльен Линель, который за неделю успел соскучиться по Эрвину Нгапету. Руководит этой бандой неуспешно сыгравший берлинский отбор тренер сербов Слободан Ковач, не так давно возглавлявший Белогорье. Играл против, наверное, половины команды в каких-то сборных или в других клубах тоже. Мы встречались с ними. Это Канарский, Кампо, наверное, Линель. Ну и также работал под началом Слободана Ковача, тренера в Белгороде в прошлом году. Команда очень хорошая, на мой взгляд, сильнее, чем Гданьск. В прошлом году, если учесть, что у нас с Гданьском проблемы были, то, конечно, игра будет непростая. Зенитовцы же впервые за долгое время могли спокойно потренироваться. Да и то не в полном составе. Соколов и Нгапет принимали участие в берлинском квалификационном турнире на Олимпиаду. Оба были хороши, но Соколов с Болгарии уступил в полуфинале немцам, которых, в свою очередь, в финале переиграли французы во главе с Эрвином. А слезы доигровщика стали одним из символов победы Франции. Сейчас оба в Казани и готовы помочь команде, ведь после неожиданного поражения в Бельгии «Зенит», по сути, лишил себя права на ошибку на групповом этапе.
Было время, конечно, для подготовки, но оно было немножко смазано, во-первых, потому что мы не полным составом готовились, да, тут ничего не поделаешь. Все сборные играли, у них в команде тоже большинство людей, даже больше, чем у нас, играли на отборах. А второй момент, то, что мы практически вырваны были на 2-3 дня, наши ребята, кто представляет сборную России, там не было тренировок, недосмотры, собрания, вот тоже не очень положительный момент. Зенитовцы во время паузы товарищеских матчей не проводили. Дома не играли давно, а в Лиге чемпионов особенно. Поэтому предстоящий матч обещает быть жарким. Для нас это шанс за первое место бороться в группе фактически. Да. И если мы его упустим завтра, то очень сложно будет занять первое место. Там еще со второго выйти надо. Я думаю, сейчас будет более эмоциональный волейбол, потому что сейчас скучились по волейболу. Да, может быть, технически где-то будут огрехи какие-то. Вот, но зато будет эмоциональная игра. Встреча казанского «Зенита» и польского «Ястшемский Венгель» состоится 18 января в 19 часов по московскому времени. А мы обещаем вам праздник. Приходите в Центр волейбола «Санкт-Петербург». Приходите завтра на игру, будет очень, я думаю, яркая, красивая игра. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке завтра. Мы соскучились по вам, я думаю, и вы соскучились по нам, давно не видели. Так что всех жду завтра в 19:00. Артем Вольвич, я туруруру, Артем Вольвич, я туруруру, Артем Вольвич, я туруруру, я малыш. Я земчонок туруруруру, я земчонок туруруруру, я папуля туруруруру малыша.